Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Гиацинтус Макао, и сегодня 5 января 2020 года. Наша квартирка. Что ж, я поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым. Как видите, к сожалению, снега до сих пор не выпало. Очень обидно. Я очень рассчитывал, что будет снег. Я очень люблю зимы со снегом. Здесь, как вы видите, у нас на балконе полный безлад. Ну, потому что после пожара квартира... Ну, не наша квартира горела, а я уже рассказывал. На 13 этаже пожар был. И нас залило. Ну, это уже другая история. Об этом я расскажу подробнее как-то в другой раз. Не сегодня. А сегодня я вот зачем. Вот у нас есть вот такая красивая очень лампа. И мы часто ее пользуемся, но на ней, к сожалению, нет выключателя. Поэтому приходится вручную вставлять и вынимать штепсель. Это очень неудобно. И сегодня я намерен сделать ей выключатель. Мы купили на рынке Южном выключатель. И что ж, давайте начинать. Итак, нам понадобится ножик, доска кухонная. Это чтобы зачистить провода. Естественно, выключатель. Отвертка. И, разумеется, сама лампа. И, конечно же, нам нужны ножницы. Итак, приступим. Совсем забыл, нам понадобится еще и маркер. Ну, взяла оранжевый обычный фломастер. И первое, что мы делаем, это мы надо нам развинтить выключатель. Все, пошло. Так, сейчас. Немножко изображение так стабилизировал, это же. Нет же, у меня ни этого самого, ни штатива, ничего. Просто в вазу поставил хрустальную, облокотил телефон и снимаю. Так. Ага. Оп. Так, что-то... Мне эта отвертка не очень нравится, ребята. Ну-ка, нажму паузу. Сейчас возьму другую отвертку. Что-то мне это не особо это и нравится. Альтернатива, благо, есть. И это еще только часть отверток, которая есть у нас. Давайте попробуем вот такую. А вот это уже совсем другое дело. А графика... О! Ну, хотя бы уже так. Так, положим винтики где-то вот так, чтобы не потерять их. Так, выключатель у нас разобран. Снимаем верхнюю крышку. И, собственно, здесь все устроено довольно-таки изи. Я несколько раз ремонтировал у нас в лампах, но только там были старые советские выключатели. Такие, знаете, наверное, если вы видели, вот так вот раз щелк, вот так и так, так вот так раз щелк. Там немножко они по-другому устроены. Вот эти современные, они более легче устроены. Итак, выключатель пока отстраняем в сторону. Он пока нам не нужен. Теперь нам берем провод лампы. И выбираем, где конкретно понадобится нам делать выключатель. Естественно, где-то в серединке. Это где-то, наверное, вот тут, наверное.
Вот такой кусок провода будет. Допустим, где-то вот здесь, на этом отрезке. Значит, мы не пилим провод просто пополам, мы делаем иначе. Ставим выключатель и думаем, где нам нужно... Сейчас я вам покажу, тут надо просто почистить будет провод. Итак, нам надо сначала отметить. Где-то будет вот так вот. И вот тут, где-то вот так вот. Все. Теперь буду зачищать провод. Твердки пока в сторону положу, они нам не нужны. Ножницы пока, ну, могут понадобиться, вот. Нам понадобится сейчас только вот это вот. Отвертки нам пока не нужны. Итак, будем зачищать, так как мы здесь отметили. Теперь ставлю телефон, фиксирую и начинаю работу. Нужно аккуратно вот в этих вот двух местах снять белый слой изоляции, верхний, под которым еще два провода, естественно, идут. Делать надо очень аккуратно, не повредить. Тише, Маринка, не мешай. Это мой попугайчик Маринка, волнистый, чирикает. Вот, немножко получается, смотрите, да? Вот, немножко уже. И вот от отмеченного мы это все аккуратненько сейчас сделаем. Сейчас постараюсь так, чтобы в камеру это попало. Да, чтобы видели, как я работаю. Ой, я делаю это впервые. Ну, с таким выключателем работаю первый раз. Я же рассказывал, только с советскими пару раз работал. Там немножко иначе было. Ну, ладно. Всему надо научиться когда-нибудь. Не торопимся, делаем все очень медленно. Никуда не спешим, работаем очень аккуратно и качественно. Потому что, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. О. Так. Ой, не профессионал я в этом. Вот почистить изоляцию — это как раз то, что я просто терпеть не могу. Так, хорошо. Вот так. И вот мы более-менее справились с этой задачей. Дальше уже в ход мы пустим простые ножнички. Дальше смотрите, как будет. Раз. И два. И вуаля, пожалуйста. Yes, я справился с этой задачей. Давайте берем наш выключатель и смотрим. И как уже понятно, этого недостаточно. Нам надо... еще немножко зачистить. Так, местечка мало. Придется, видно, ну, по-любому я буду монтировать, поэтому все равно, ну, не хватит места для записи, ну, так, ну, не проблема. Куда-то дену свои данные, часть там у меня флешки есть, что-то сохраню временно, и чтобы хватило, чтобы дозаписывать. Уже секрет рассказываю. Один из проводов, коричневый или синий, все равно, любой один, без разницы, разрезаем, подключаем сюда. А этот просто так и ничего не делаем, просто оставляем. То есть очень легко, вообще изяк полнейший, в принципе.
Больше всего меня уйдет как раз на зачистку этой чертовой изоляции. Ой, терпеть не могу это. Ой. Так. Опс. Так, что у нас теперь? Ну, уже лучше. Еще тут немножко поработать и все. Просто тут я очень аккуратно, потому что я же чищу в сторону своих же пальцев. Одно неверное движение, и что будет, сами понимаете. Будет очень неприятно мне после этого. А, вот так, кстати, все. Отлично. Мы аккуратненько берем сзади ножничками. Так, смотрим. Ну, в принципе, так уже другое дело. Теперь делаем след. Эта нитка здесь идет в середине, нам она тоже не нужна. Вот. Раз. И здесь. Два. Допустим, синий провод у нас будет идти вот так просто спокойненько, раз. А этот провод мы... А что мы делаем с этим проводом? Мы его... обрезаем. Вот так, взяли и обрезали. Концы, естественно, мы зачищаем. Не очень сильно, но тут уже будет попроще, в принципе. Можем одну сторону очистить и потом вывернуть его и ножничками. Но тут, наверное, лучше, удобнее будет почистить. Сейчас все сделаем. Так, выключатель уберу, чтобы вы видели. Так, чтобы еще синий не навредить. Синий нам вредить не надо, нам только коричневый надо зачистить сейчас. А, вот отлично. А дальше, наверное, можно сделать вот так. Да. Смотрите. Так, только тут сам провод. Он нам нужен. Так, место, место. Что там с местом? У нас еще есть 6 минут для записи. Ну, придется, конечно... Наверное, ну, может, я и успею за это время справиться, потому что уже самое сложное я уже доделал. Все, дальше уже изи. Тут зачищаем сейчас все и привинчиваем этот провод сейчас. Вот, смотрите, вот эти клеммы, да, мы их... Они и так уже были почти развинчены. Так, вот так буду, чтобы вы видели, да. Вот сюда один конец, сюда другой конец, как вы поняли. Все, завинчиваем это дело винтиками и закрываем выключатель, и все вообще изяк полный. Так, ну... Да что... Да черт возьми, вот. Жаль, что вот это надо удерживать еще винтики. У меня, к сожалению, жалко, что отвертка не намагничена. Потому что, знаете, как удобно, когда намагниченная отвертка, и так винтик только берешь раз, и подцепляешь, он держится на отвертке без проблем. Удобно, четко. Но у меня, к сожалению, нет такой отверточки. Приходится еще помогать, чтобы винтик удержался вручную. Так. Блин, вот такая тонкая вот эта проволока внутри портится даже когда при чистке просто. Ну, тут нам повезло, потому что тут мы дальше делаем, поняли сами как, да? Так, только проволоку не режем. Давайте отогнем ее пока. Только изолят.
О, вот, только изоляцию. И раз. Все. Шикарно. Отлично. Все отлично. Теперь. Наш провод берем. Ставим его вот так. Устанавливаем и просовываем один из концов, просовываем вот сюда, в сам механизм выключения. Так, ну давайте немножко его так подкрутим. Ой. И вставляем его вот сюда. Вот здесь такая дырочка, сюда мы вставляем провод. Не верхнюю, вот так. Вот. Все, вот так вот вставил. Теперь берем винтик. А дальше это дело закручиваем. Тоже сколько времени? Ой, блин, еще 2 минуты. Ай, ладно. То же самое делаем с вот этой стороны. Аналогично. И вставляем вот сюда. Вот так. Ну, сейчас, что-то тут. О, все. И вставляем вот сюда. Вот так. О! И, естественно, тут тоже завинчиваем винтиком. Угу. Да черт тебя побери! Есть! И все отлично, у нас получилось. Вот так вот. Ну, а место нас подвело. Я ставлю на паузу, куда-то переношу данные и продолжу съемку, когда места у нас, конечно, хватит. Ну, мы почти, в принципе, закончили. Итак, я просто переключился на внутреннюю память. Ну и здесь надо поторапливаться. У нас всего есть 2 минуты, чтобы закончить нашу съемку. Плюс-минус 10 секунд. Все, давайте берем крышку, закрываем наш выключатель. Ну, только так, чтобы провода все вот так на месте все было. Вот так, все. Вставляем. Все дело завинчиваем. Второй винтик. Естественно, тоже все это дело закручиваем. И у нас очень мало времени, и вот настает момент истины. Ой, очень мало времени у нас остается. Нет, все-таки надо куда-то деть часть данных, чтобы наконец-то проверить эту лампу. Ну, мы почти завершили работу.
У нас мы почти уже и так все сделали, осталось только проверить. Что ж. 3, 2, 1. Ты-дыщ! Теперь. Та-да-да-дам! И все получилось! Йеху! Что ж, огромное спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы поддержите это видео лайком. Я ведь старался. Но все равно решать исключительно вам. Я ни в коем случае не прошу лайки. Но если вам не жалко, то, конечно, поставьте лайк. Я ведь старался. Огромное спасибо за просмотр. С вами был Гиацинтус. Пока!